Сегодня будем готовить карпа. Вот у меня стейки в кляре. Что для этого нужно? Обязательно нужно оливковое масло, манка, мука, 2 яйца, чеснок, травы прованские, у кого есть какие, у меня итальянские, имбирь и ложка майонеза. Давайте готовить. Разбиваем 2 яйца. Вилочкой взбиваем осторожно, не до пены какой. Добавляем манную крупу постепенно и перемешиваем одновременно. Вот такое должно быть густое, должно постоять минут 10, чтобы эта манная крупа набухла. Добавляем прованские травы, у кого какие есть. У меня есть вот итальянские, я их добавляю. Перемешиваем обязательно. Добавляем укроп, у меня замороженный укроп, имбирь. Имбирь по желанию, можно больше, очень хорошо пахнет потом рыба имбирем. Добавляем столовую ложку майонеза. Все это перемешиваем тщательно. Добавляем чеснок, это по желанию. Кто любит, чтобы запах побольше был такой чесночка, можно побольше. Все это перемешаем. Добавляем мы масло оливковое на сковороде, подогреваем. За это время мы муку добавляем, сухари панировочные, и обваливаем наши стейки, а потом в кляре. И на сковороду поджариваем до золотистой корочки на медленном огне. Аромат идет очень такой, чесночка, имбиря. Очень такой запах стоит на кухне, бесподобный. Такие красивые рыбки. Чтобы жира меньше было, обязательно на полотенце бумажное. Вот такая у нас получилась рыбка. Карп в кляре. Очень вкусно пахнет. Ближе. Готовьте, если кому понравился рецепт, готовьте по моему рецепту. Я знаю, что не пожалеете. Очень вкусно.